По итогам первого заседания Федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», которое прошло 10 марта, его председателем утвержден сенатор, один из основателей партии Александр Карелин. Он пояснил, что и федеральный, и региональный оргкомитеты предварительного голосования будут состоять из 17 человек. Больше половины из них – представители добровольческих организаций и общественники. Напомним, предварительное голосование «Единой России» пройдет преимущественно онлайн с 24 по 30 мая.